Оце так-так. Вибухає місце, де евакуювалися рештки Чорноморського флоту Російської Федерації, який вже підводний, а не чорноморський. Путін планує поговорити з Сі Цзіньпіном, ще й з Реджепом Таїпом Ердоганом. Очевидно, що цього разу буде клянчити. Наскільки результативний для кого був візит Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, до України? І що це Трамп знову хоче нашими територіями розпоряджатися? Ніхто не дасть йому це робити. Про це не тільки будемо говорити просто зараз, не тільки говорити, а й аналізувати. Ірина Узлова мене звати. Традиційно щобудня з нами Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, привіт, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Зараз послухаємо звуки, які завжди тішать не тільки вухо, а й душу. Прошу. Хорошо. А знаєте, що це? А це Новоросійський порт. Оце так-так, значить, сховалися, а не вийшло. Хто не спрятався, я не винуват, сказали наші спецслужби, а вони, очевидно, не спрятались, бо думали, що їм там буде безпечно, а ми попереджали російських окупантів. Мер Новоросійська Андрюша Кравченко визнає, що в Новоросійську звучить сирена, сигнал, увага всім, отражаємо атаку без екіпажних катерів. Пабліки місцеві теж про це повідомляли і казали, що чули вибухи, і влада просила мешканців не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море. Ось так. Море вже ніяк не світить. Близько 3:16 було перекриття руху, оголошував цей Кравченко в районі набережної від вулиці Ісаєва до Алексіно. Пізніше повідомили про те, що перекривали входи на пляжі та набережну під приводом обстеження акваторії бухти. Що шукали, цікаво, вчорашній день чи що? Ну, ось так. Бачимо, що перетягнули до Новоросійського порту, хотіли сховати свої кораблі росіянчики, але ми дістанемо всюди. Що маємо розуміти про масштаб, спектр та вектор того, куди дістають безекіпажні дрони, і про те, куди ж тепер, до Очамчири? Да, я вот обратил внимание, что совпало это событие, атака безэкипажными катерами, с тем, что российские корабли вышли из Азовского моря, где они чувствовали себя там в относительной безопасности от именно безэкипажных катеров, потому что они же там натянули там уже с десяток барж, боновые заграждения, ну, в общем, сидели там в Азовском море, учения какие-то проводили, даже пару раз нас обстреляли калибрами оттуда. И вот эти корабли вышли, прошли под Керченским мостом и направились в Новороссийск. Где-то вот они либо были уже в Новороссийске, вот-вот пришли, либо на подходе часть кораблей была, и вот это случилось. Но судя по тому, что атака была именно в порт, на порт, то они уже там были в бухте где-то, потому что цели, собственно, наверное, корабли и были. А вот я обратил внимание, вы правильно сказали, Ирина, я обратил внимание, что запретили жителям Новороссийска с 9 утра посещать пляжи и набережную, угу, чтобы, не дай бог, ничего глазами не увидели, не сфотографировали, а ночью я не поленился же залезть в комментарии местных пабликов, и там, да, и там они вещали, где на каких улицах взрывалось, почему так пахнет гаревом, почему то, почему это. Взрывов было несколько. Там они друг на друга шикали, удали, удали, сейчас все поймут. Конкретно вот были названы улицы, где было перекрыто движение вообще. Почему перекрывают движение на улице после атаки? Чтобы никто не зафиксировал с удобной точки результаты работы дронов. Ну, в данном случае бэков, безэкипажных катеров. То есть я думаю, что вот сейчас взошло солнышко, и там хоть запрещай, хоть не запрещай, все равно кто-то сольет, спутник покажет и так далее. Посмотрим, что куда попали. Но сам факт, что доплыли аж туда, в Новороссийск. Кстати, я разговаривал как-то с человеком, причастным к одному из видов катеров. Он говорит, что Новороссийск – одна из самых неудобных бухт для захода. Там, если на карту посмотреть, она вся вот такая вот. И там же есть несколько рядов боновых заграждений. Ну, то есть бэкам туда проникнуть крайне сложно. Если они туда прошли, то это 90%, наверное, успех.
Тут еще важно понимать, вот да, показывают эту карту НАСАовскую по пожарам, красные квадратики – это центры, где температуру фиксирует спутник. Там один из квадратиков, он постоянный, там, потому что там высокотемпературные процессы в порту происходят. А вот второй сейчас вот определят, что же это за такой интересный квадратик, горело там довольно долго. Поэтому ожидаем более точной информации. Но вы бы видели, какая там у них паника была в чатах этих, в комментариях. А якая, что якая? Да, да, да. Они же думали, что вот тогда прилетало в порт, только тогда воздушные были. И как бы на этом закончилось. Какая-то, наверное, там есть, не будут по порту бить. Нет, будут бить по порту. И там писали, что, наверное, с утра все отдыхающие отсюда разбегутся. Ну вот смотрите, из Крыма побежали, из Новороссийска разбегутся. Сейчас еще вот сколько их там, 7 портов в России на Черноморском, ну вот на их уже материковой части. Анапа, все вот эти. Сейчас еще туда поприплывают, поприлетают, будут бежать аж бегом. Хотя, ну, удивительного склада, не знаю, ума, сложно сказать, мыслительных каких-то процессов или имитации мыслительных процессов россияне, они все равно прутся в Крым. Это загадка природы. Ну, может быть, это из серии, знаете, я вот еще там застал чуть-чуть советское время, и я почему-то вспомнил такой рассказ про соль, мол, там, как у женщины там поумирала вся семья, и она хлебала суп, и ее спрашивают, как же так, зачем же ты, как у тебя аппетит вообще? Она говорит, так посолено же, ну, соль дорогая, вот, на что пропадать продукту. Вот. Так вот, мне кажется, россияне так и с путевками, так заплачено же. Оплачено, оплачено, как то кажут, штампик. Да, ну, то есть, надо выкатать детей, ну, вдруг повезет и не прилетит ракета. Ну, а не повезет, так, ну... Путін же сказав, ми сразу в рай. От мені кажеться, такий процес у них. Ну так, так може не прилетить, там же ж оказується, що в Криму і Русь хрестили за версією Путіна. І не тільки Крим, настільки, воно просто настільки сакральне, Путін так подавав це 11 рік, і біля Новоросійська сакральне, і везде сакральне, де Путін думає, ну і буде, але буде. Як то кажуть, процитуємо, не без известних, но без славних, це ми ще не починали. Ждіть і буде, моя любима рубрика, ніколи не зупиняється. Путін, не знаю, чого він уже чекає в цій житті, але він приїхав на зустріч із Сі Цзіньпіном. Як знову згадаю, я слоняна, нужда його погнала. Мені здається, і сюди. Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС. Ну, виглядають оці вже поїздки його, які взагалі не мають нічого з нормальною цивілізацією спільного. Путін їздить лише там, де його не можуть, нагадаю, заарештувати 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, відповідно до якого і до ордеру Міжнародного кримінального суду від березня 17-го року 2023-го Путіна можуть заарештувати більш ніж сотні країн світу. До Казахстану приперся, до Астани для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. Путін планує зустрітися там із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, якого напередодні зустрічали в Астані. Діти зустрічали, казали «Добрий день, дорогой дедушка», чому дуже радів Сі Цзіньпін і запрошував їх вчитися в китайських університетах. Вибачте, це офтоп, але чомусь було смішно. Сі Цзіньпін буде говорити з Путіним, не знаю, звісно, чи буде він його якось до чогось закликати навряд чи, але може скаже, що досить своїми ядерними бубенчиками потрухувати, а можливо і обговорять навпаки допомогу в обході санкцій, а можливо, ще й той факт, що, як повідомляє нам Bloomberg, що Китай розробляє дрони для Росії за моделлю іранського шахет. Що взагалі відбувається? Що це за дрони? Вже, може, тепер треба якісь санкції вводити буде, якщо про це є, будуть на це докази. І на що буде Путін зустрічатися з Сі Цзіньпінем? Чи благатиме про щось? Чи так просто поговорити? Ну, от саммит, вообще Шанхайская организация сотрудничества, она, собственно, Китаем была и основана для продвижения китайского вот этого большого проекта, глобального проекта «Один пояс, один путь» инфраструктурного. Ну, понятно, что там Иран, понятно, что Лукашенко на задних лапках там бегал, просился в ШОС, примите, примите. Вроде сейчас вот на этом саммите его должны были принять, но ему, как говорится, наша любимая рубрика «Нож в псину» случилась, и ему немножечко подпортили настроение. Анджей Дуда полетел в Пекин,
сказал, что если Лукашенко будет с Путиным мигрантами кошмарить границу, то китайский транзит из Беларуси никуда не поедет, он в Беларуси останется. И Лукашенко вчера вынужден был вылезти на публику, ну понятно, у него там с событием совпало, он немножко даже перенес свое выступление, и сделал ряд крайне важных заявлений. Первое, что мы вообще тут ни при чем, мигранты это не наши, и это все поляки, вот. Ну, короче, отмазывался как мог, делал заявление, что они не могут остановить мигрантов, но мы же с вами понимаем, что Путин его с одной стороны пинает, а Си Цзиньпинь с другой. Если сейчас будет закрыт китайский транзит, то у Лукашенко начнутся большие проблемы. И вообще он прямо прямым текстом, вот дословно, сказал, что там некоторые поехали, настучали в Китай и вставляют нам палки в колеса. Так что в этот раз, может быть, и откладывается принятие Беларуси в ШОС, но то такое. Значит, что касается сотрудничества с Китаем, про этой информации про беспилотник, в принципе, ну, то есть вот там суть в чем, что эти беспилотники, которые Sunflow, по-моему, он называется, или Sunflower, не помню. В общем, вот эти беспилотники, они, ну, их Китай может много очень производить, быстрее, чем Россия производит шахеды, естественно, потому что у России для того, чтобы собрать шахеды, есть, наверное, только корпус. Все остальное, начинка, там, микросхемы и двигатель даже. То есть тут приходится их где-то доставать. Поэтому у Китая это все есть. Но если эта информация подтвердится, то все. Китай может рассчитывать на довольно жесткие санкции. Но пока что мы видим, что заигрывают с Китаем, если честно. Так попугивают. Помните заявление, когда министр обороны Великобритании сказал, у нас есть доказательства, да, что Китай оружие поставляет. США говорят, нет, никаких доказательств нет. Так микрочипы, а станки бэушные для резки металла, там, для обработки металла, на которых Россия клепает оружие. Ракетное топливо, ну уж это все не... Это Путин чисто так для холодильники делать, что ли, у Китая покупает. Поэтому вот эти игрища с Китаем в этом случае... Я вот очень солидарен с, может, покажется странным на фоне последних заявлений, с сторонниками Трампа, которые говорят, ну и что он там заявляет? Посмотрите, как он лупил торговые ограничения по Китаю, по Ирану, по Северной Корее, они там вдохнуть не могли. Но, а с другой стороны, можно красиво говорить, мы ведем вот санкции. 5 китайских компаний загнать под санкции, зато по факту объем торговли у России с Китаем увеличивается из года в год. Ну, в общем, не замечать эти вещи, мне кажется, что понятно, что Европа, ну, Европейский Союз и США первое и второе место по торговле с Китаем, по торговому обороту. Мы же понимаем, какие там интересы, да? Сейчас вот немножечко прижучили по электромобилям, там еще почему-то, по медоборудованию. Но это все капля в море. То есть серьезных санкций против Китая пока никто не вводил за обход. Хотя основания уже, наверное, давно существуют. Да, холодильник в кожну хату. Нова акція на території Російської Федерації. Звісно, що ні. І держсекретар Антоні Блінкен виходив минулого тижня на прес-конференції зі Столтенбергом. Ніби теж казав 90% верстатів, 70% мікроелектроніки, все це з Китаю. Ну, сказав, вийшов і пішов. Як ми вже згадали Трампа, звісно, насторожує інше, що не може не непокоїти. Політико пише про те, що план Трампа включає не розширення НАТО, що, власне, не дивно, на схід, і намір залишити Путіну частину українських територій. Буцімто Трамп веде такого ж типу переговори з очільником Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва. Про це заявляють дві колишні посадові особи національної безпеки Трампа, які, ймовірно, працюватимуть і під час його другого терміну, який, можливо, потенційно буде в нього, принаймні, він дуже хоче. Екс, який хоче стати Next. Кажу я вже 1555 раз, але, ну, тим не менше, і в Трампа ці плани не змінюються. Згідно з цією публікацією Політико, Трамп розглядає угоду, за якою НАТО не буде розширюватись на схід, зокрема, Україна та Грузія не мають стати членами Північно-Атлантичного альянсу. Та ще й більше, Борис, і наші глядачі, веде переговори з Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва.
А це що таке? Це якось не дуже вкладається в наші сподівання на Трампа, що ми казали, що він може прийти, дати нам всю зброю і ми переможемо. Чи дійсно він може вести якісь він чи його радники переговори з Кремлем? І ось такий сценарій, він же нам жодним чином не підходить. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи ще попередню інформацію публікації про і озвучене на дебатах Трампом, сказав, що нам на будь-який компроміс з Росією ми не будемо йти, Україна не буде відмовлятися від жодних територій. Ну, давайте так. От любой матеріал в западних СМІ, в американських, в європейських, сейчас это инструмент политтехнологической войны, тем более мы понимаем, что вот-вот стартанет вовсю просто избирательная гонка в США, и там Трамп хочет сдать территорию, Байден плохо со здоровьем, но и таких публикаций, чем ближе к 5 ноября, к дате выборов, мы будем видеть все больше и больше, поэтому я не исключаю, что один из таких вариантов Трамп обсуждал, не исключаю, но я напомню, Трамп не первый, кто с молчаливого согласия, точнее, Трамп еще этого не делал, но с молчаливого согласия у Украины была отнята территория. Я сейчас про Крым говорю. И что случилось после этого? Соединенные Штаты ударили железным кулаком по столу и сказали, мы вернем эту территорию, давайте вводить адовые санкции против России. Нет. Поэтому я не исключаю, что такой вариант Трамп рассматривает. Дальше. Может ли Трамп вообще без нас это решить? Думаю, что нет. Но может ли сделать так, что это решится без нас? Думаю, что да. Помните, насколько мощное влияние было Трампа на республиканцев, когда затягивалось принятие пакета помощи? И это он не был президентом. Может ли Трамп, будучи президентом, вообще затянуть так, что мы не полгода будем ждать, а будем ждать до бесконечности? Он имеет колоссальное влияние на республиканцев. Конечно, может. Поэтому, плюс не выделяя там по программе PDA, где он сам может без Конгресса это делать, может. Может ли Европа компенсировать то, что выделяется нам Соединенными Штатами? Я не думаю. Если посмотреть по общему объему, по тем договоренностям двусторонним, которые мы заключили, если все вместе собрать, там, ну, там не будет 60 миллиардов. Вот в чем, то есть это помимо того, им нужно будет еще 60 миллиардов, там, те, которые США нам дают. А вот если уменьшится помощь Украине, сможем ли мы успешно наступать и отобрать, вернуть, освободить наши территории до границ 91-го года. У нас еще меньше, чем сейчас будет оружие. Сможем это сделать? Я очень сомневаюсь. То есть вот в чем суть. Чтобы Украина не отдала ни кусочка своей земли, Украина должна получить не некоторого оружия в разы больше, которое мы сейчас получаем. Это реально? Тоже. Ну, это реально, если Путин в каких-то договоренностях, Трамп станет президентом, Путин кинет Трампа, и тогда придет другой сценарий, Трамп скажет, я дам Украине столько, чтобы этого гаденыша наказать. Вот такой сценарий возможен. Поэтому давайте, ну, мы все хотим полностью очистить от этой скверны, от этой гнили, всю нашу территорию. Но реально ли это сделать теми инструментами, которые у нас есть сейчас? Вот об этом нужно думать. Да, мы можем говорить, никогда не отдадим, так и есть. Рано или поздно мы вернем все свои территории, и, может быть, даже чуть побольше. Но сейчас, в этих реалиях, это, ну давайте так, крайне сложно сделать. Це, ну, граничить з невозможністю. Ну, але для нас, я вірю, що неможливе буде дійсно реальністю, і ми повернемо кожен клаптик нашої землі. Борисе, хвилина в нас, на жаль, але не можу вас не запитати про те, що більше зброї ще треба нам. Говорив вчора і президент України Володимир Зеленський Віктору Орбану, прем'єру Угорщини, який невероятно, але факт, приїхав до української столиці вперше за 12 років, вперше за час повномасштабного вторгнення, і каже, ну, поговорити би теж, да, було непогано би з Путіним, а ми йому кажемо, ну, нам зброя треба, ось такі будуть у нас перемовини. Орбан приїжджав як самостійний гравець, як представник
Євросоюзу, який він на Раду Європи Європейського Союзу очолюв з 1 липня, 2-го вже був в Києві, а не в Москві, що теж, в принципі, вже непогано, як на мене, чи як троянський кінь Путіна? Як хто? Нет, он приезжал исключительно, вот здесь второй пункт больше подходит, исключительно в своих интересах. То есть смотрите, на фоне чего он приезжал. Я не верю в то, что политик, который системно блокирует помощь Украине, блокирует санкции против России, выдвинул нам тут 11 пунктов, которые мы, ну, в работе у нас. Вот это как раз источники из Будапешта говорят, что вот эти 11 пунктов, над которыми мы работаем, про права венгерского меньшинства на Закарпатье, они стали, ну, подвижкой. Но главный стимул в чем? С Орбаном, как это, знаете, не хотят дружить, не хотят в песочнице играть. Ему нужно сейчас объединение. Они там, троица эта с правыми объединилась, но этого маловато. С ним не хотят объединяться. То есть из предыдущего объединения его выгнали, в новое пока не случилось. Почему? Из-за позиции по Украине. Вот эта поездка, этот пункт, давайте, ну как будто я миротворец, голубок мира, давайте-ка вы заморозите, прекратите стрелять, но он не настаивал, многие заметили. То есть он приехал, показал как будто миротворческую тут, движуху навел, уехал, и теперь упрекнуть его в том, что он там антиукраинский, гораздо сложнее. И теперь рассказать, почему 19 миллиардов замороженных из фондов там, Европейского Союза не нужно отдавать Венгрии, тоже гораздо сложнее. Просто напомню, в этот, примерно в этот период, когда Орбан был здесь, переговоры вели между собой министры иностранных дел Сиярто и Лавров. Инициатором была венгерская сторона. Тоже они там о своих делах говорили. Ну, в общем, я про что? Орбан очень умный, хитрый и дальновидный политик. К сожалению, он сейчас у нас в оппонентах. Нам бы такого союзника, который один усиживает на четырех стульях и саботирует там инициативы целого Европейского Союза. Нам бы союзника такого, и чтобы он в конструктив работал. Но... Але те, що він уже приїхав і приїхав до нас перше не до Москви на цій посаді голування на півроку, не наблизило нас по траєкторії руху від опонента до союзника, хіба ні? Ні. То есть, обратите внимание, рано или поздно, упирая с ногами руками, Орбан все равно голосовал за инициативы, там, за так, санкции, но выторговывал себе на пути этого упорство, много всяких плюшек, поэтому ну, так да, вот. Да. І ні друг, ні враг, а так, як то кажуть. Ну, в принципі, будемо працювати, нам треба, виклики зрозумілі. Борисе, дякую вам за вашу щоденну роботу для нас і не тільки. Спасибі, що знаходите час, відпускаю вас на все добре, до побачення. Завтра побачимося. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Бориса великими синіми літерами Тізенгаузен. Так само і багато інформації ви там, як і ці великі літери, також масштабу знайдете. Ще більше аналітики, ще більше розмірковувань та прогнозів. І на YouTube 24-го підпишіться, будь ласка, нас уже більше 7 мільйонів. Спасибі кожному, що обираєте. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.